Всем привет! Это я, Артём, это моя мама. Сегодня будем снимать челлендж. Челлендж называется «Угадай по запаху». Я приготовила уже пакетик, набрала там уже 10 разных штучек, примочек разных, и дам сегодня понюхать их Артёмке. Артёмка, наверное, приготовила для меня, да? Ну, мы тайно собирали, поэтому никто из нас не видел, кто что собирает. Итак, сейчас я завяжу тебе глазки. Давай. Давай. Только честно играем, не подсматриваем. То есть я тебе завязываю, потом ты мне завязываешь, да? Сейчас я тебе дам понюхать, никогда в жизни не отгадаешь, что ты угадаешь. Это правда. Страшно. Сейчас, готовься. Так. Так. Так, начнем с легонького. Итак, поехали. Нюхаем. Чем пахнет? Баранки. Я же говорю, легкая, отгадаешь. Правильно, гаранка. Умничка. Так, отгадал. Так, следующее. Не трогай ничего руками. Сейчас кушать я хочу. Нет, нельзя ничего кушать, все. Ну, Тёма. Ну, сейчас отвлекаться будешь и не угадаешь следующее. Сейчас будешь нюхать свою баранку, что ли? Так, все, готов? Готов? Нюхай. Че это? Нюхай. Дышать, вдуть нельзя в это дело. Нюхай. Че это? А похоже на бутылка. Уксус. Нет. Уксус, резкий запах. Че это? Не надо губами тянуть. Что это? Да нельзя трогать. Ну бутылку угадал, что в бутылке-то? Газировка. Да не газировка это. Ладно, потом понюхаешь, короче, ладно. Следующее. Так, следующее отгадываем. Так, готов? Угу. Нюхаем. Что это? Какие-то крекеры. Нет. Да ты наелся барана, какие крекеры? Поднимись, тебя не видно. Что это? Нюхай. Сейчас давай вот так. Чем пахнет? Ну! Это очень вкусно. Съедобно. Что? Орешки. Нет. Ну, давай по-другому. Вот так. Теперь нюхай. Что это? Апельсины. Ну, близко. Мандарины. Да, да, да. Нюхай. Что это? Я знаю, что запах, но уже не помню. Ну, нельзя языком трогать. По запаху определяем, а не по языку. Это уже другой челлендж. Похож на говнюшки. Ну не говнюшки это. Нюхай, чем пахнет. Это стекло. Это не стекло. Нюхай. Понятно, что банку уже нащупал. Что внутри? Рыба. Нет. Кишки. Что? Орешки. Да нет. Нет, оставляем, дальше нюхаем. Не знаю. Короче, не знаешь. Так, готов? Все, нюхай. Похоже на жвачку. Ну да, похоже. Что это? Вариант ассоциации, давай. Что-то сладкое, это явно или жевательное. Ну да, похоже. Жвачка. Да нет. Конфета. Нет. Блин, как вкусно пахнет. Съесть охота, да? Ну нельзя подсматривать, так нечестно. Давай. Какое-то мыло, по-моему. Нет. Варианты. Мармелад. Нет. Сдаешься? Да. Короче, следующий запах. Что это? Хочу посмотреть. Потом покажу. Давай следующий нюхаем. Так, готов? Да. Так, сейчас. Так. Готов? Да. Нюхай. Что это? Ой, боже мой. Что это? Много. Несик. Несик закончился, у нас нет Несика дома. Кофе. Нет. Близко. Что еще бывает? Что в школе дают? Попить. В садике обычно дают. Нюхай. Чай. Нет. Какао. Что? Умничка. Какао. Отгадал. Так, сейчас вообще никогда в жизни не отгадаешь. Так, нюхай. А это какой? Чё, какой? Девятый? Не знаю, нюхай. Чем пахнет? Чё это?
Не знаю, сдаюсь. Сдаешься? Ладно, отставляешь. Так, 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 так. Так, раз, два, три, нюхай. Не высовывай. Ладно, пошуршу маленько. Нюхай. Орешки. Так нет, не эту с орешками дома закончился. Варианты. Первую букву называй. Не буду я букву называть, отгадывать, что это. Чем пахнет? Вот только что ел недавно. Хлеб. Да какой хлеб? Не хлеб это. Недавно, да? Да, вот недавно, буквально 20 минут назад. 20 минут. Нюхай. Хорошо нюхай. У тебя что там, сопырка забита или что? Кетчуп. А? Кетчуп. Нет, не кетчуп. После кетчупа что-то ел, вспоминай. Ты уже ассоциации какие-то, не подглядывай. Давай, нюхай. Шоколад. Умничка. Правильно, шоколад. Так, окей, следующее. Последнее. Нет, предпоследнее, дай нюхать. Самое интересное будет сейчас. Последний. Готов? Нет, предпоследнее. Нюхай. Да. Ты должен это угадать. Запаха нет. Если. Свое, конечно, не пахнет. Да не подглядывай. Нечестно. Вот так вот. Давай. Нюхай. Хорошенько нюхай. Поставь это поближе. Да ты что, не чувствуешь? Твое же. Нет. Кроссовка. Нет. Нюхай. А, вкусно пахнет. Футболка. Нет. Но близко ты. Трусы. Нет, не трусы. Я трусы не вытащила бы твои вонючие. Тёма. Вот так вот. Ты подглядывать сейчас будешь. Отгадывать надо, не подглядывать. Давай нюхай. Своё не пахнет, что ли, ё-моё? Надо было папину принести. Нюхай. Что это? Давай еще раз. Нюхай. Нюхай. Прости. Твои вонючие носки, да-да. Но они не сильно вонючие. Так, на один день одел, нормально пахнет. Так. Последнее, нюхаешь? Все, последнее, что даю нюхать. То, что не угадал, сам посмотришь. Посмотришь. Я думала тебе еще раз дать, но ты что-то долго отгадываешь. Все, нюхаешь? Нюхай. Носки. Да не носки нюхали уже. Что это? Полотенце. Да, угадал, Ванюш, полотенце. Все, открывай глаза. Смотри, вот это ты угадал. Вот это ты не угадал. Это был рис. Понюхай. Пахнет рисом? Да. Пахнет? А это было масло оливковое. А, ты не угадала. Яйцо. Пахнет яйцо? Вообще ничего не пахнет. Это блеск для губ. Конфетами пахнет. Думаю, жвачка. Так, все, я готова. Блин, платком пахнет. Первое, самое первое. Все? Да. Фу, что это? А ты отгадаешь, что это? Что это? Давай, когда еще раз. Фу, это на кроссовки эти. Умничка. Да. Давай дальше. Набрал, блин. Ё-моё. Давай. О, это папина диколонская. Где я? Не нюхаю я. Папина... Шампунь. Умничка. Папин шампунь. Папа-ка! Тёма, чё это? Да, папин шампунь. А чё молчишь? Пустая бутылка, её выкинуть уже пора, блин. Тут легче всего две. Давай. Не вижу. Фу, хлеб что ли? Нет. Где? Фу, чё это? Хлеб. Какой ещё хлеб? Черный хлеб. Да нет. Ты что, с кроссовками хлеб положил в пакет? Ты, я тебя убью. Чё это? Ну да ты чё? Чё это? Фу, сыр что ли? Умничка. Ты что с кроссовками сыр ложишь? Тёма, в пакет я тебя повешу сейчас. Тёма, блин, на пол не кидай, пожалуйста, это несъедобная еда, блин. Еще есть надо это. Давай следующее. Фу! Фу, что это? Ну-ка еще раз.
Фу, какой вонючек набрал-то. Ну-ка еще раз. Фу, что это такое? Горох, фу. Грязное что-то, ботинок какой-то. Ну-ка еще раз. Нет. Фу, что это? Какая вонь какая-то. Фу, я не знаю, что это. Я не знаю. Ну-ка дай. А еще. Фу, что за вонь? Лук, что ли? Нет. Ну какая-то вонь, короче. Это какие-то кроссовки вонючие. Фу. Ну-ка еще. Какая липкая. Липкая? Да, липкая. Фу, я не знаю, что это. Короче, оставляй, я не знаю, что это такое. Потом покажу, что это. Фу, это какая-то ужас. Такие-то вонючие кроссовки. Носки какие-то вонючие. Ты делай меня будешь. Давай. Фу. Что это такое? Что это? Ну-ка. Я могу. Какие-то вонючек набрал. Давай еще. Фу, да что это такое? Фу, мохнатое что-то. Стой. Давай. Не трогай. Давай. Не трогай. Ну ты не суй лицо там мне щикотно. Фу. Что? Я не знаю. Это вонь какая-то. Сдаешься? Фу. Фу, давай ложи, я не знаю. Давай еще раз. Что волосатое такое? Подноси. Фу, что это за вонь? Убирай, я не знаю, как это вонь. Фу. Волосатая какая-то вонь. Фу. Давай другое что-нибудь. Подносишь или что? В камеру покажи, что показываешь. Все? Да. Нюхать? Да. Не нюхайся. О, вкусно пахнет. В нос что-то запихал мне. Давай что-то вкусное. Косметика? Блин, пудра какая-то. Блеск для губ. Умничка. Помада. Да, блеск. Блеск? Да. Вкусно пахнет, давай. Катина маленькая такая. Налазила меня там уже. Залез туда. Давай. Сейчас закрою. Давай следующее. Какой-то бабочек набрал, правда. Что-то у меня нос весь какой-то в пыли. Это я мне надышу. Давай следующее. Фу! Это крем для ног, который папе не нравится, да? Чайным деревом, да, вонючий? Да-да-да, я его в ночи узнаю. Он воняет, кошмар. Ну, вкусно? Ванилью пахнет. Давай мне. Какой еще ванилью? Вкусно пахнет. Ванилин. Сера. У нас нету серы дома. Давай еще. И чего пиццу делаю? Да ладно. Я из-за твоей пошутил. Да ладно, я говорю. Я пошутил. Давай еще. Ты что мне губы-то рисуешь, ё-моё? Че? Давай еще нюхай. Я не знаю. Хорошо, другое. Что он набрал? Чекучит мне нос, не пойму. Все? В камеру покажи, что показываешь-то. Да там не разберут, что это. Давай. Не нюхается. Я не знаю, пластмасса какая-то. Хорошо, сдаешься? Давай следующий. Да тебя пахнет. Ты что ел? Конфеты? Пахнет вкусно так. Ой, давай. Что это? А-а-а. Вкусно? Пахнет. Косметика? Я за что, нет. Ну что это? Где? Да ты мне в рот дышишь, однако. А-а-а, вкусно. Ванилин, ванилью. Конфеты. Какой еще ваниль? Ваниль. Есть, ванилин у меня есть. Ты что мне в рот-то толкаешь, в нос? Давай еще. Я знаю, что это. Блин, вообще не знаю. Что, сдаешься? Сладенькое что-то. Сдаешься? Не знаю, что это такое. Сдаешься? У нас нет такого сладенького ничего. Сдаешься? Ну, вкусно, по косметика. Сдаешься? Ну, косметика. Я. Сдаешься? Ну, сдаюсь, ладно. Ну, блин, я не знаю, что это, вообще не угадаю. Ты мне интересно, что там за вонючки лежат. Ну, это таблетки, я уже слышу. Давай. Рыбий жир, конечно же. Больше нет, нечего. Ну да, ей, да. Умничка. Да. Все?
Все, открываем. О, это вот что за вонь была? Что это такое? Шапка, что колбаса. Ты жвачку подогнал. Жеваная жвачка, что ли? Да. Вот это воняло? Да. А это что? Ты открывал, мне давал нюхать? Да. Ты уже сыпется, как ты мне нюхать давал? Фу, это вот вонь не давал? Эту. Фу, вот это надо выкинуть. А, я думаю, чем пахнет? Это что такое? Вот, это клей, что ли, карандашный? Да. Ё-моё, это... А мохнатая, ты вот это мне давал? Да. Фу, она вонючая, понюхай. Понюхай, как она воняет противно. Ой, нифига себе ты мне надавал. А это что, тоже давал нюхать? Угу. Чеснок? Так он вообще не пахнет. Да? Пахнет. Фу, чеснок правда пахнет. А мне ничего не пахло чесноком, я не знаю, что ты мне давал. Интересно было. Тёма, ты с ботинками сыр ложил? Ты, шкет маленький. Ну вот и все, сняли мы челлендж, так что делайте запросы, какой челлендж вы хотите еще увидеть. Я думаю, что скоро к нам приедет Арина, и мы будем снимать новые челленджи. На этом мы будем с вами прощаться.